смысла. Вот мы и дождались. Всем доброго вечера. Спортивный комплекс «Арена». И у нас волейбол. Волейбольная суперлига. Новый сезон. Кемеровский «Кузбасс» открывает новый сезон, домашнюю серию игр. Наши ребята уже поиграли, но об этом поговорим. Ну а прежде хочу представить тех, кто будет сегодня с вами в этот вечер. Пресс-секретарь волейбольного клуба «Кузбасс» Дмитрий Алпеев. Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И со мной вместе комментировать этот матч будет спортивный журналист телеканала «Мой город» Татьяна Савельева. Ну что, вот мы и на пороге, ну уже не на пороге, по крайней мере для болельщиков, наверное, это только начало сезона, хотя, тем не менее, очень многие следили за играми, которые наша команда провела на выезде, это было два матча, и сегодня домашняя серия игр, «Кузбасс» открывает с матчем с клубом «Прикамье» из Перми, это новичок суперлиги, они уже участвовали какое-то время назад в лучшей лиге, ну и вот по итогам прошлого сезона вновь пробились в обойму сильнейших команд страны. Безусловно, очень интересно у нас сегодня соперник. Соперник в некотором роде уникальный, учитывая силу нашего чемпионата. То, что сейчас все клубы предпочитают усиливаться ведущими мировыми звездами волейбола. Пермский коллектив, который возглавляет директор и главный тренер с очень звучным сочетанием для нашей страны Владимир Путин. Да, вот такая вот интересная история. Так вот, коллектив Владимира Путина все время старается готовить молодые кадры из своего края, из своего города, и этими кадрами он предпочитает участвовать в суперлиге. Да, команда выходит уже на площадке. Дмитрий, представьте нам, пожалуйста, кого мы сегодня увидим из, собственно, команды соперника. Ну, я думаю, что состава «Прикамья» разберусь по ходу, потому что, признаюсь честно, впервые своей, наверное, истории просмотров волейбольных матчей вижу эту команду, поэтому разберемся по ходу. Да, познакомимся, но и с удовольствием расскажем о наших ребятах. Константин Порошин, центральный блокирующий. Далее, номер 5 поменял номер в этом сезоне. Бьорн Андре, как сборный, теперь у него номер. Конечно же, наш легендарный игрок, капитан команды Константин Ушаков. Вот он как раз выходит на площадку. Новый либер у нас появился. Алексей Лепезин под номером 3. Евгения Галатова также увидим 14 номер. Еще у нас на площадке сейчас... Обратил я внимание, Павел Мороз. Да, ударная сила наша, Павел Мороз, как многие его любят болельщики называть. Конечно, любимец публики Самуэль Туя и Бьорн Андре мы назвали. И да, и все. И был представлен также Михаил Щербаков, центральный блокирующий. Это 12 номер нашей команды. Вот в таком составе сегодня «Кузбасс» будет играть. Давайте, пока матч начался, я вам представлю все-таки состав пермского «Прикамья». Пара доигровщиков. Карпенко Захаров, связующий Дмитрий Ковалев, капитан команды. Диагональный Александр Ковалев, номер 14. И пара центральных блокирующих. Успел я заметить Ивана Козицына. Кто им ставит ему пару, разберусь по ходу игры. И либеро команды Александр Царев. Для тех, кто не в курсе, представим моих главных тренеров команд. Это у нас это исполнительный директор клуба и главный тренер команды Денис Матусевич в этом сезоне. Уже, точнее, повел этот сезон в бой. Очень часто, наверное, будут говорить о том, что поведет, потому как, ну, кемеровская публика, кузбасская публика видит команду на домашней площадке. Ну, так скажем, в оптимальном составе с легионерами все-таки впервые. Ну что, все готово к началу матча. О перипетиях старта чемпионата России поговорим в перерывах. А сейчас давайте наслаждаться игрой. И вот так вот подача на вылет. Гости начинают. 0-1. Такое немножко обескураживающее начало для нашей команды, потому что первый матч, родные трибуны, хочется провести во всей красе. И вот либеро Алексей Лепезин, тот человек, который очень-очень здорово смотрелся в выездных играх, допускает ошибку на подаче Карпенко. Ну, я думаю, что это просто волнение. И сейчас Бьорн Андре пытался отыграться от блока соперника, но у него не получилось. Очень серьезная линия блокирующих противостояла ему, и не смог он ее преодолеть. Вот так вот с двухочкового рывка «Прикамья» начинается этот матч. Ну и Карпенко вновь будет подавать. Видимо, очень хорошая силовая подача. Лепезин с ней справляется. Но быстрая атака Пайпен становится. Позволяет «Кузбассу» открыть счет в этой игре. И открыть счет
очков, набранных в домашних играх. На подаче Михаил Щербаков. Поддержим «Арена». Это центральный блокирующий кемеровского Кузбасса Михаил Щербаков, победитель универсиады, как мы помним, в прошлом году. И очень результативный игрок. И сторожило нашего клуба, можно так его назвать. А вот ошибка. Ошибка при передаче Дмитрия Ковалева. Не нашел он своим пасом центрального блокирующего. И в доигровке Павел Мороз уверенно разбирается с блоком соперника. Проходит по линии либеро. Царев ничего не смог поделать силой атаки нашей ударной силы. Даже так, что мяч просто улетает на трибуну. Михаил Щербаков продолжает подавать. Он у нас действительно сторожил, не зря сказала. Он с самого начала клуба, с основания клуба. Игрок, когда еще выступал Кузбасс за высшую лигу. И вновь не удается добить до пола игрокам при камере этот мяч. Но будет у них шанс на доигровку. Ковалев. Ковалев, который Александр тоже забить не смог. Затяжной мы видим с вами розыгрыш. Бьерн Андрей рискует, но два блока поджидали его там. Козицын и Дмитрий Ковалев. И вот кемеровский Кузбасс. Именно в руки Козицына попадает наш немецкий легионер. Ну, пока при камере впереди, на самом деле, ситуация, ну, можно сказать, все спокойно. Вот, тем более ошибка на подаче. Мяч улетает в аут. И, собственно, игра. На подаче Константин Ушаков. Вот, да, трибуны приходит в руки Кузбасса. Это наш капитан прославленный. Константин Ушаков, человек, который перед Олимпиадой, напомню, принимал участие в мировой лиге в играх за сборную команду страны вместе с Павлом Морозом. Прекрасная, прекрасная комбинация в исполнении нашего соперника. Пайп на чистой сетке. Кузбасс! Конечно, Кузбасс! О таких условиях в атаке можно Кузбасс! Только мечтать. Ну и Карпенко своего связующего за блестящую передачу отблагодарил, что называется, забив мяч колом. Ну, волейболисты при каме, они совершенно свободно, спокойно себя чувствуют. То есть они не пасуют перед достаточно таким сильным, да, соперником. И мы видим не то, что не пасуют, а пока блок уральской команды полностью переигрывает наших нападающих. Уже третий раз за 5 проигранных мячей, ну вообще за 8 розыгрышей, наша команда попадает в цепкие руки блокирующих при камере. Достаточно серьезно, сильно, видим, соперник настроился сегодня на Кузбасса. Вот снова ошибка на подаче, вторая уже на радость публики. Но публика, я думаю, хочет видеть не только ошибки соперников, но и атаки в исполнении кемеровского Кузбасса. А наши ребята это могут сделать, умеют. И будем надеяться, что при поддержке трибун делать они это будут. Бьерн Андре, 5 номер, поменял. Он говорил, я уже сегодня об этом, да, номер. В прошлом сезоне выступал под 6-м, но вот решил теперь играть под 5-м номером. И это решение мы его обсудим позже. А сейчас мы обсудим его великолепную укороченную подачу. Совершенно застала она врасплох доигровщиков и либера уральского клуба. Вот Бьерн записывает первое очко в этом матче на свой счет подачи на вылет. Сравнивает счет 5-5. Первая партия, напомню, это чемпионат России 2012-2013. Суперлига. Кемеровский Кузбасс против Прикамья из Перми. Еще одна блестящая подача Андре. Будет у нас шанс на доигровку. Туя решил аккуратно скинуть за блок, но вот почему-то ошибся. Сделал это слишком широко. Мяч по ширине вылетает в аут. Комфортная была ситуация, конечно, нужно было решать ее нашему французскому игроку. Но вот в этот раз не получилось. Будем надеяться, что подобных ошибок больше мы от него не увидим. Ошибка, вновь ошибка на подаче. Не везет с этим элементом команде соперника. Я бы не сказал, что не везет. На самом деле просто ребята молодые, прыгучие, рослые, обладают очень хорошей силовой подачей. И, конечно же, они всегда рискуют. Ну, а риск это всегда дело такое, мяч, что называется, летит или пан, или пропал. Константин Порошин на подаче. Центральный блокирующий кемеровского Кузбасса. Хорошая подача, выбил с приема, но вот связующий и диагональный братья Ковалевы организовали атаку. Кузбасс! И вот диагональный, который Александр Ковалев Кузбасс! Приносит своей команде очередное очко. Кузбасс! Ну, наверное, родственные связи помогают на площадке. Ох, я думаю, наверное, очень сильно помогают, знают друг друга наверняка просто идеально, досконально. Каждое движение могут закрытыми глазами исполнить. Ну, да, ну посмотрим. Это Бьерн Андре. Его атаку пайпом поднимают защитники игроки Прикамья. Лепезин
Лепезин смягчить атаку Павла Захарова не смог. К сожалению, да. И к первому техническому тайм-ауту команды подошли. И лидирует у нас Прикамье со счетом 8-6. Очень-очень неуступчивый соперник нас сегодня ожидает. Как правильно сказала Татьяна, что Раскрепощен показывает свою игру. Но это обусловлено рядом причин. Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что Прикамье прекрасно осознает свою силу, то, что не обладает большим количеством суперзвезд, да и даже просто таких очень уж звездных игроков нету в Прикамье. Поэтому играют Раскрепощенные, играют, что называется, в свое удовольствие. А когда играешь в свое удовольствие, то очень многое получается. И вот я думаю, что сейчас мы видим именно такую картину на площадке. Но нашей команде нужно заставить команду Владимира Путина думать о результате. Потому что, когда начинаешь много думать, маленько теряется концентрация внимания. А именно это сейчас является визитной карточкой уральского клуба. Ну, хочется еще добавить, что команда Перми, да, после двух туров не набрала ни одного очка в турнире таблицы. То есть ни одной победы. И вот вновь ошибка на подаче. Так вот, а кемеровский Кузбасс, ну, можно, наверное, ну что, сказать, довольно успешно съездил на выезд. Поддержи! Сыграли наши ребята две игры и привезли три очка. Чуть поподробнее попозже об этом расскажем. Ударная сила Кузбасс, Павел Мороз на площадке. Хорошая подача, не стал полностью рисковать, но видим, что этого вполне хватило, чтобы выбить прямо Прикамье. И блок наш работает. Вторая попытка Ковалева успешно. Так вот повезло ему, что отскочил мяч высоко от рук наших блокирующих на его же сторону, недалеко от сетки. И такой своеобразный переходящий мяч получился, который успешно диагональный под номером 14 и реализовал. Ну и сам же Ковалев отправляется на подачу. Ковалев Александр. Будем постоянно сегодня вынуждены произносить, помимо фамилии, еще и имя этого игрока. Павла Мороза. Думаю, что здесь какие-то комментарии просто излишние. Вы все прекрасно видели сами. Посмотрим еще раз. Слетели блокирующие, оставили слишком много пространства по линии нашему диагональному, чем восьмой номер Кузбасса незамедлительно воспользовался, не дав шанса защитникам. Это Самуэль Туя. Присоединился он к команде по ходу второго этапа, предварительного этапа Кубка страны. Вот атака первым темпом не проходит у Прикамья. Андрей не стал рисковать в доигровке. Еще одна атака первым темпом, но вновь не проходит. А это уже Михаил Щербаков отличился. Если правильно я понял, то Иван Казисин пробил сетку. Но, конечно, мы похвалим Михаила за внимание, которое контролировало эту ситуацию целиком и полностью. Есть прием у Прикамья. Быстрая атака в четвертую зону. И Карпенко 10-9. Не попадает, Кузбасс не попадает. Площадку показывают арбитры. И тем самым счет становится 10-9 в пользу Кузбасса. Ну, по-моему, удается Кузбассу, вот так скажем, найти свою игру, да, более уверенно атаковать. И, собственно, это дает сразу результат. Отрадно, что Туя задержался на подаче. Вновь сбитый прием. Ковалев на высоком мяче на двойном блоке. Попадает в антенну, показывает арбитр. Это ошибка. И вот видим, что некоторая паника, некоторая растерянность присутствует в игре наших сегодняшних гостей. Не могут они сняться уже третий мяч к ряду. Болельщики, вот давайте это еще не может громче не напрягать. Конечно, сегодня огромный праздник для болельщиков кемеровского Кузбасса. Потому как укороченная Туя. Подача на вылет блестящая. Извините, что перебила Татьяну. Нет, такой момент, он вполне оправдан. Но видим, что наши легионеры в полной боевой готовности. Да и в принципе, ребята, но такие красивые укороченные подачи пока демонстрировали по ходу сегодняшнего матча Бьорна Андре, как раз, который сейчас на ваших экранах, и Самуэль Туя. Я бы хотел вообще отдельно отметить Самуэля Туя, который очень серьезно поработал над подачей перед этим сезоном. Видно, что в прошлом году подача у него то летела, то не летела. Неизвестно было, затруднит он жизнь соперников в приеме или нет. Но вот по играм этого сезона можем сказать одно. Подача у Сэма полетела. Пожелаем ему, чтобы она у него шла как можно дольше и доставляла всем соперникам как можно больше неприятностей. В этом его огромная заслуга. И
Будем надеяться, что останавливаться на достигнутом он не собирается. Серию из 4 подач в этой партии он выполнил. А почему бы не продлить эту серию там до... Ну, до скольки бы вы хотели, Татьяна? Ну, до победы. До конца партии? Ну, ну это, знаю. Конечно, нереально, может быть, по спортивным меркам, но, конечно, хотелось бы увидеть побольше вот таких моментов. Еще одна укороченная подача, но готов был к ней Либера Прикамья. Атака первым темпом проходит на этот раз. Удается сняться Прикамью с этой тяжелой расстановки. Иван Козицын забивает первым темпом. Видим, что связующий Дмитрий Ковалев очень любит играть в центре сетки. Любой хороший прием сразу старается превратить в атаку первым темпом. Ну и вот, если пару раз у него это не получилось, то сейчас Козицын здорово разобрался. Карпенко подает. Бьерн Андрес прием справляется. Мороз на двойном блоке проходит, успевает быстро передать Ушаков, успевает под нее построиться наш диагональный и пройти в пик блокирующих, принеся нашей команде 13 очко. Такое ощущение, что поверх блока атаковал Павел Мороз, на этом постуле было видно. Молчать нельзя, трибуны! Вот подача Михаила Щербакова. Своим планером он смог выбить приемы Павла Захарова. И сам же Захаров ошибается в атаке. Блок Константин Порошин и Константин Ушаков. Помним мы по ходу прошлого сезона. Это Порошин, да, по-моему, Порошин, как раз, да. По ходу этого сезона блок наш работал достаточно приятно. Вот именно эта связка достаточно хорошо, результативно. И вновь Михаил Щербаков на подаче. Передача диагональному нападающему. Вновь братья между собой решили развивать эту комбинацию. Порошин чуть-чуть не успел до конца пристроиться. От его рук мяч совсем немного попадает в аут. Но мы видим, что Кузбасс начинает потихоньку нити игры в свои руки прибирать. На раз с болельщиком, которые поддерживают. И вот еще одна ошибка во время подачи в исполнении команды Прикамья. Очень много ошибается Прикамья в этой подаче, но это обусловлено, как я уже говорил, той степенью риска, с которой подают молодые игроки уральского клуба. Но у нас на подаче совсем даже уже не молодой, а очень даже опытный игрок, 42-летний Константин Ушаков, хороший планер выполнил, что, однако, не помешало Прикамье набрать 12-е очко в этой партии для себя. И вновь Александр Ковалев диагонально записывает на свой счет результативный балл в статистику. Ну, встречались команды раньше в высшей лиге, по ходу высшей лиги, в играх. И вот, собственно, Кузбасс ни разу на своей площадке Прикамью не проигрывал. Это Самуэль Туя. Да, именно его имя и фамилия звучат сейчас на весь спортивный комплекс «Арена». Блестящая передача Константина Ушакова. Здорово, он очень разорвал блок соперника. Пайп наш французский доигровщик выполнял на чистой сетке. Ну и, конечно, такая ситуация для него, что называется, семечки. Второй технический тайм-аут. Тем временем, так да, очень быстро развиваются события в этой партии. Кажется, только-только не успели мы с вами поприветствовать друг друга, а уже две трети первой партии позади. Ну, очень быстро так ребята пытаются разбираться, да, по-хозяйски, так скажем, с соперником. Но будем надеяться, что поддержат они этот настрой и в последующих партиях. Хочется немного, да, рассказать о выездных матчах кемеровского Кузбасса. Соперниками стали Уфимский Урал и Газпром Югра из Сургута. Так вот, вот видим волну, наверное, первая в этом сезоне, что тоже отрадно. Так вот, оба матча закончились со счетом 3-2. Только в первом матче Уфимский Урал все-таки оказался сильнее, а во втором кемеровскому Кузбассу удалось вырвать победу у сургутского клуба «Газпром Югра». Продолжает играть. Блестящий Порошин разбирается. Блестящий просто. 17-12. Первым темпом. Здорово. Ну, просто намертво зачехлил атаку центрального блокирующего Пермяков. И заставил Константин Порошин болельщиков вскочить со своих мест. Радостно поддерживая свою команду. Бьерн Андре на подаче вновь. Блестящая подача. Просто сбивает с ног. Ну, здорово, здорово. Видимо, над этим элементом в межсезонье поработал и Бьерн Андре, да, Дмитрий? Говорили про Самуэля Туя, что он... Ну, мы знаем, что у Андрея всегда у нас подача летит великолепно. Да. Поэтому, скажем так, если от него это не такая уж и новость, это, скорее всего, наоборот, ожидаемая, приятная
Ну, есть приятная неожиданность, а есть вот так приятная и ожидаемая. Приятная ожиданность. Ожиданность, да. Это как раз про Иса в исполнении Бьорна Андре. Наверное, один из самых стабильных подающих он в нашей команде, да? Ну, стабильность понятие такое довольно относительное, потому что мы знаем, что изо дня в день подача может лететь, может не лететь. Но все-таки действительно Бьорн Андре уже несколько лет к ряду, выступая за наш клуб, является нашим действительно самым лучшим подающим в плане чисто выигранных очков в этом элементе. Ну, я думаю, что зрители сейчас на данный момент времени видят только одно еще пока новое лицо, да, в составе нашей команды. Кто еще не знает, Алексей Лепезин, либеро, но я имею в виду по сравнению с прошлым сезоном. Молодой перспективный либеро, как говорят про него специалисты. Вот сейчас он как раз... сыграл в защите, да. Павел Мороз, но не смог наш диагональный разобраться в этой доигровке. Решил пройти по ходу, но давайте центральный блокирующий при Каме был тут как тут. И эту атаку нашего лучшего бомбардира зачехлил. Хорошая подача Захарова, но Лепезин отличный прием делает. На одном блоке остается Туя и попадает в площадку. Очень здорово, очень уверенно. Всегда бы так. Еще раз посмотрим момент. Ну и ставший традиционный в этом сезоне для нашей команды замена. Вячеслав Тарасов, наш доигровщик в этом сезоне, именно в этом амплуа будем его знать, меняет Константина Порошина на подачу. Несколько раз во время предварительного этапа Кубка России эта замена сработала, и будем надеяться, что сейчас Тарасов покажет себя во всей красе при родных трибунах. Не стал рисковать, такой у него получился агрессивный накат, справляется при Каме с приемом, но вот наша команда отлично получает шанс на доигровку. К сожалению... Вновь блок при Каме. Мы видим, что очень здорово работает пермская команда именно в этом элементе. И вот сейчас скидку Самуэль Туа очень здорово прочитала линия блокирующих пермского клуба. Ну, наверное, на самом деле, как у новичка Суперлиги, у команды при Каме настрой запредельный. Хочется им, конечно же, выиграть, хочется им набрать первые очки в этом сезоне. Все-таки третий тур. Ну, а у Кузбасса, естественно, не менее запредельная концентрация, потому как первая игра при родных трибунах, ну, порадовать болельщиков нужно. А это Бьорн Андре. Это очередной блестящий пайп в исполнении Ушакова в первую очередь и наших нападающих во вторую. Я намеренно делаю акцент на передачах нашего связующего, потому что, ну, уже третий раз за партию блокирующий соперника просто в растерянности удивляются тому, куда летит мяч из рук нашего связующего, а он летит точно в руку нашим нападающим, которые расстреливают безжалостно площадку соперника. Это Павел Мороз. И это эйс. Это эйс. Вот так вот. Давно мы не видели от нашего диагонального столь уверенной, точной подачи. И вот сейчас он ею нас порадовал. Ну, будем надеяться, что сейчас порадует еще раз. Счет 21-14. Конечно, если Татьяна надеется, близок то... Кузбасс уже к тому, чтобы... Ну, торопиться не будем. Попадает первым темпом Козицын. Такой шальной несколько был розыгрыш, потому что прием сбитый на 30 метров. Да, но рискнул Дмитрий видим. Ковалев, попал в руку Козицыну, но мяч в линии. Четко попадает в площадку. Александр Ковалев, номер 14, диагональный нападающий, будет вводить мяч в игру. Хорошая подача, но трос смягчает силу. И очередной пайп. Но в этот раз готовы были защитники при Каме. А вот к такой силе атаки Александра Ковалева даже Бьорн Андрае, уж на что мастер защитных действий, не был готов. Мяч от рук нашего немецкого доигровщика долетает аж до потолка спорткомплекса арены, который совсем даже не маленький. Да, совсем не маленький. Бывает, конечно, такое вот нечасто. Очень редко, но действительно очень сильная подача. Вот вновь сбивает с ног буквально Бьорна Андре, но тем не менее... То и аккуратный накат. Да. И проходит. Отлично. 22-16. И уже 22-16. Близится конец первой партии. Мы видим, что после не самого удачного начала наша команда смогла собраться и показать свой лучший волейбол с хорошей подачей, хорошей атакой.
Ну и ошибки соперника, в первую очередь на подаче, конечно, заслужили им злую шутку. Ну да, за счет собственных ошибок, конечно, очень много очков отдали, что, наверное, было заметно. Это, конечно же, подача. Отличная Туя. Подача Туя после собственной аккуратной атаки решил рискнуть на подаче и попадает. Ну, дело не только в ошибках соперника, дело еще в том, что наши ребята тоже демонстрируют эйсы. Вспомним, да, на Самуэль Туя 2 уже, по-моему, если я не ошибаюсь, Бьерн Андре, Павел Мороз. Ну, в общем, здорово, здорово. Да, в подаче мы пока соперника переигрываем. А ну вот сейчас, к сожалению, наверное, немного перехвалили наших ребят. Ну, ошибка в исполнении Самуэля Туя на подаче. Еще раз посмотрим. Хотел заложить аккуратно во вторую зону укороченную подачу, но вот перекоротил, скажем так. Карпенко будет подавать. Он уже тоже отличался подачами на вылет в этой партии. Но вот атака Михаила Щербакова, к сожалению, в площадку не попадает. Нет, все-таки нет, судья засчитывает. Да, давайте посмотрим. Ну, по этому повтору очень трудно судить, но мы видим, что арбитр непреклонен. А, все, успел я заметить. Второй арбитр показал касание сетки на блоке сетки у волейболистов приками, поэтому очко. Еще один новичок кемеровского Кузбасса на площадке. Это Илья Пархамчук, шестой номер команды. Напомню, в прошлом сезоне под этим номером выступал Бьерн Андре. Ну, так, чтобы болельщики уже потихонечку начинали привыкать, да? Так вот, Илья Пархамчук у нас вышел на площадку. Хорошая, уверенная атака по линии. В исполнении приками сейчас. Ну вот он как раз не видим, что ничего не смог сделать. Илья это центрально блокирующий у нас. Ну и Казикин будет подавать в нашей команде 6 футболов. Хороший прием. Атака первым темпом. И Порошин ставит точку в этой партии. 25-18. Наша команда здорово разобралась с соперником после немножко вялого начала. Смогли прийти в себя. Виной, наверное, виной в положительном смысле там трибуны, которые погнали ну, своих игроков вперед. И волнение, я думаю, что тоже. Ну, может быть, да, стартовое волнение сказывалось. Но сейчас все хорошо. Почин сделан. Теперь нужно не отпустить нити игры из своих рук. Продолжить давить соперника на подаче. Продолжить здорово защищаться. Мы видим, и тогда у соперника не будет шансов. Да, мы видим флаги волейбольного Кузбасса. Видим, собственно, соперника и команду соперника. Прямая трансляция на телеканале «Мой город», генеральный партнер которой холдинговая компания «Сибирский деловой союз». Ну, что хочется сказать. Вот наши ребята, главный тренер, видим, дает им наставление, указания. Наверное, разочарованием, да, для кемеровских болельщиков стало выступление. Ну, ждали, наверное, большего. Все-таки в предварительном этапе Кубка России. Напомню, что не смогли наши ребята пробиться, к сожалению, да, к большому в следующую стадию турнира. И так получилось, что оренбургский «Нефтяник» создал проблемы команде Дениса Матусевича. И, к сожалению, не смогли наши ребята пройти, но на предматчевой пресс-конференции наставник кемеровчан отметил, что эту неудачу забываем. И самое главное, чемпионат, задача попасть в восьмерку сильнейших и, конечно же, побороться за медали. Я думаю, что нашим ребятам это по силам, потому как костяк в межсезонье команды был сохранен. Видим мы основных игроков, да, и плюс произошло еще усиление. Ну, говорили мы уже сегодня, это и Алексей Лепезин, и Илья Пархамчук. Также Вячеслав Кургузов. Ну, будем надеяться, что ребята сегодня выйдут на площадку. Если нет, будем по ходу матчей волейбольной суперлиги, которая телеканал «Мой город», домашних матчей, будем транслировать их обязательно в прямом эфире. С нашими ребятами познакомимся, с новенькими расскажем про тех, кто уже давно в клубе. В общем, много интересного ждет в этом новом спортивном, ну, больше, наверное, все-таки волейбольном сезоне. Вот видим мы, что девушки с флагами сейчас вот в честь кемеровского клуба устроили такой парад, очень красивый. Радость сегодня для болельщиков. Видимо, что трибуны спорткомплекса «Арена» заполнены. Соскучились кемеровчане по волейболу. Закончен перерыв между первой и второй партии. Команда готова вернуться на площадку. Видим наш тренерский штаб. Денис Аркадьевич Матусевич, Андрей Анатольевич Чух. Очень сосредоточены. Есть над чем подумать, потому что
Игра с Прикаем – это, конечно, такая локальная задача, но мы не забываем, что перед нашей командой стоит цель попасть в плей-офф в этом году и продержаться в нем как можно дольше. Этого бы хотелось бы нам, нашим болельщикам. И, ну, а для этого нужно побеждать. Побеждать нужно в каждом матче, набирать максимум очков. Ну и тогда все цели будут выполнимы. Стартовый состав у нашей команды остается неизменным. И Самуэль Туи отправляется на подачу у нас. Ну, уже знакомые кричалки, да, то, что давно не слышали. Не слышали все в межсезонье, естественно. Нам нужна сегодня победа. Победа действительно кемеровскому Кузбассу нужна. Первая домашняя, ну а там уже и вторая. Алексей Лепезин. А это Михаил Щербаков. Отличная атака в доигровке первым темпом. Смогли мы поднять скидку диагонального Александра Ковалева. Ну и Ушаков смог найти самый оптимальный вариант, оставить нашего центрального блокирующего на чистой сетке, который разобрался с этой ситуацией очень легко. Ну а вот не проходит первый темп. У Приками такой несколько сумбурный получился розыгрыш в этот момент. Заигрались, так сказать, оба связующих. Решили навязать активную борьбу в центре сетки. И вот выиграл в итоге центральный блокирующий Приками Иван Косистин очко для своей команды. Снимается Кузбасс легко с подачи соперника. Отличная атака по линии в исполнении Бьорна Андрая. Очень быстрая еще передача. Дмитрий Ковалев руки занести в линейное направление для нашего доигровщика не сумел, чем и воспользовался капитан сборной Германии и уже такой тоже опытный сторожил кемеровского Кузбасса. Третий сезон защищающий цвета нашей команды. Константин Порошин, отличный блок. Да, Иван Казицын был безжалостно пойман длиннющими руками. Ну, по-моему, вариантов никаких не оставил сопернику второй номер кемеровского Кузбасса и уверенно отправил мяч на сторону команды из Перми. Михаил Щербаков продолжает подавать. Вот не успевает, к сожалению, к мячу. Павел Мороз, по-моему, и Михаил Щербаков там пытались поднять этот мяч. Это Конов забил нашей команде. Этот игрок появился на площадке вместо Павла Захарова. Доигровщик. Видимо, что-то у Захарова в этом матче не пошло, и поэтому Владимир Путин принял решение его заменить. Катисин переходит на планер. Видимо, череда ошибок заставила его уменьшить степень риска. Но, как видим, что уменьшение степени риска мешает только собственной же команде, потому что есть прием и есть очередная великолепная атака пайпом. Ну, никак не могут блокирующие пермского клуба приноровиться к скоростной и очень точной манере игры Ушакова. Сам он Ушаков сейчас подает. Но Ковалев скидывает и не проходит эта скидка. Очень внимательны были наши игроки на блоке. Арбитр показывает, что капитан Пермяков Дмитрий Ковалев скинул в сетку, после чего коснулся сам же мяч второй раз, чего делать по волейбольным правилам никак нельзя. Константин Ушаков продолжает подавать и вот, к сожалению, ошибается. Дмитрий Ковалев будет выполнять силовую подачу. Очень хорошо она у него набита. Здорово. Посмотрите, здорово, насколько да. Хорошо. Ничего не смог поделать в приеме Самуэль Туа. Мороз очень-очень старался спасти, оставить в игре этот мяч, но никак у него не получилось, потому что, ну, действительно хорошая подача прилетела у связующего уральской команды. Эйс записывает он на свой счет. Ну и продолжает подавать. Ну, вот сейчас по мячу не попадает совершенно Ковалев, который Дмитрий. И мяч далеко в ауте. Кузбасс впереди 6-4.
Потерялись немножко игроки. Наши соперники сегодня, потому что мы видели, что в начале матча очень уверенно в себе выглядели, легко и раскрепощенно. Сейчас есть такое ощущение, что зажались немножко, начали думать о результате. Именно то, о чем мы с вами и говорили, Татьяна. Ну вот сейчас как раз они демонстрируют волю к победе и ни в коем случае не будут сдаваться. Мы это видим. Еще раз посмотрим атаку. Это Конов здорово вышел на позицию доигровщика и из зоны второго номера. Хорошо прошел по линии, сейчас сам же будет подавать. Тоже силовая подача, очень хорошая, но справляется Бьерн Андре с ней на ура. И сам же атакует пайпом, здорово. Нет, с такой нет, силой. Нет, не вытащить этот мяч команде Прикамья. Устремились они практически все вместе туда, но нет. Очень-очень много сегодня играет наша команда пайпом. В этом заслуга да, как принимающий, да. так и Константина Ушакова. Мы помним, что и в прошлом сезоне такая игра не раз приносила нашей команде успех. Ну и вот сейчас тоже помогает вести в счете. Мяч в ногу попадает Константину Порошину. Очень интересный игровой эпизод. И после чего Павел Мороз на блоке закрывает атаку Карпенко, если я не ошибаюсь. Нет, это был Андреев номер первый. Но главное, что вот видим немножко везения, немножко случайности. Потому что действительно, ну, попадание мяча в ногу и такой высокий, приятный для нашей команды откок. Такой необычный это элемент момент. Везения. Да, но да, должно да. же и нашей команде когда-то вести, потому что, ну, все-таки мы играем дома. И поэтому... Ну, дома и стены помогают, как вот, говорят. Действительно, поэтому... точнее, чем Татьяна, уже и не скажешь. Хочется еще обратить внимание на то, что видите вы, если внимательно следили, да, за формой. Видно, что выделяются наши ребята в этом сезоне по сравнению с прошлой формой, хотя в прошлом тоже была красивая. В программе «7 дней спорта» следить могли видеть сюжет. Следили мы за тем, как она появляется, кто ее разрабатывает, как наносятся номера. В общем, да, много всего интересного. Можно, кстати, у нас на сайте мойгород.тв посмотреть, узнать побольше об этом. Вот, но здорово смотрится, есть светлая форма, полностью светлая и черная. Еще одна, но обязательно мы, я думаю, еще увидим ее по ходу сезона. Либеро у нас красно-желтых цветов в этот раз, форма у них такая. Снимается Прикамья с подачи Константина Порошина.